Наличие выделений коричневого и светло-коричневого оттенка говорят о том, что в них есть примесь крови. Это норма, в том случае, если женщина начала принимать гормональные контрацептивы, и через 3 месяца подобные симптомы должны исчезнуть. Также появление подобной мазни за несколько дней или часов до начала менструации является непосредственным признаком. Ее начало и волноваться тоже не стоит. Причиной появления подобных выделений может стать слишком активный секс, который спровоцировал начало кровотечения. Если же девушка только начала половую жизнь, то 2-3 первых сексуальных контакта могут сопровождаться мажущими кровянистыми следами. Подобное может быть следствием микротравмы или возникновением эрозии на шейке матки. Аналогичные выделения могут появиться в середине цикла в результате начала овуляции. Если они были скудные и быстро прекратились, то волноваться не о чем, а вот обильная мазня – это повод обратиться к специалисту. Мажущие выделения могут свидетельствовать о серьезных проблемах, например, об эрозиях, воспалении или эндометриозе. Кроме того, подобные кровотечения могут появиться на ранних сроках беременности, о которой женщина может даже не подозревать, а мазня свидетельствует о том, что плод не в порядке и существует вероятность выкидыша.